просто, по-домашнему. А у нас независимо от численности все проходит душевно. Без всяких там административных заморочек. Но тем не менее, наше Министерство культуры и Дом искусств, две организации, которые активно поддерживают развитие и сохранение изобразительного искусства, с нами министр культуры, я знаю, в командировке, директор Дома искусств на фестивале «Театральная весна». Событий очень много в нашем городе. Как правило, бывают ситуации, когда и выставок одновременно в один день открывается несколько. Но, тем не менее, мы сегодня открываем выставку Николая Зайкова. Это молодой, талантливый, на мой взгляд, очень интересный художник. И, казалось бы, ну, что уже нового можно сказать в графике? Казалось бы, столько всего разнообразного создано за столетия и тысячелетия. Тем не менее, выставка с очень ярким, очень выразительным лицом. Видение художника принципиально иное. Может быть, конечно, отчасти это влияние школы. Это влияние учителя, одного из самых ярких на нашем сибирском небосклоне. Это Михаил Ломбаш Кузнецов. Но я считаю, что Николай, он пошел дальше, потому что это человек творческий. Это радует. Анатолий Павлович сегодня не смог прийти. Он просил передать большой привет. Он с достаточно большой долей скепсиса прошел по выставке. Отметил работы, которые ему конкретно не нравятся. Но Анатолий Павлович человек принципиальный. Он никогда не скрывает свои мысли ни от кого. Он говорит так, как считает нужным. Для многих состоявшихся художников, которые делают выставки в нашей академии, я думаю, это большая польза, потому что настает определенный период, когда тебе говорят только дифирамбы, когда искусствоведы пишут свои статьи в каталоге только о восхищении талантом и широтой кругозора художника, мастерством. Анатолий Павлович человек другой формации, и в силу возраста и жизненного опыта, конечно, он может себе позволить иногда и достаточно резкие замечания. Я видел, как некоторые заслуженные художники стояли, потупив голову, а он говорил: не бывает такого неба, что ты мне говоришь? А тот говорит: да нет, я в Испании видел. Тем не менее, хочу сказать, что вот выставка, она на самом деле такая, что вот какое-то ощущение такой бодрости, красоты, уверенности и конкретного понимания своей творческой задачи. Мне хотелось бы, во-первых, от души поблагодарить Николая. Для нас Барнаул, вот из всех сибирских городов, Барнаул и Томск, они, может быть, менее всего охвачены. Может, в силу того, что по-другому жизнь там кипит и бурлит. Может, в силу того, что с каждым годом труднее становится делать выставки персональные и вести их в другие города. Это затратно. Но радостно, что не очень часто, но иногда рядом с художником стоят люди, которые могут подставить свое плечо, которые могут не просто дать денег, могут еще и приехать и помочь, и разгрузить, и сделать экспозицию, и развесить работы. Анатолий Павлович сказал: хороший человек, пусть еще нескольким художникам поможет. На самом деле, если у каждого художника будет один друг состоятельный, который может поддержать в такую замечательную минуту, когда открывается выставка, конечно, это подарок судьбы. И мне бы даже в первую очередь хотелось вручить благодарность Российской академии художеств Пестереву Вячеславу Николаевичу за подготовку и организацию персональной выставки Николая Зайкова «Потрясающий пейзаж в залах Российской академии художеств отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока». Давайте узнаем человека сразу. Мне очень приятно было познакомиться с вашим городом таким образом. Я тут первый раз от
отличный город. Сильно понравился. Спасибо. Ну, надеемся, что не последний. Здесь тоже много талантливых. Просто они не пришли, потому что... Стесняются. Там не... Я думаю, потому что думают, не приедет же никто из нормальных людей, к которым можно подойти лично познакомиться и о чем-нибудь поцыганить. А диплом Российской Академии Художеств нашего отделения Урал-Сибири и Дальний Восток вручается Зайкову Николаю Сергеевичу за произведение, представленное на персональной выставке «Потрясающий пейзаж» в залах регионального отделения Урал-Сибирь и Дальний Восток, активную творческую деятельность в области изобразительного искусства. Вице-президент Российской Академии Художеств, председатель регионального отделения Урал-Сибирь и Дальнего Востока, академик Левитин Анатолий Павлович, он попросил меня. Графика действительно такой жанр искусства, когда кажется, ну вот есть же живопись, да, все хотят холст, хотят масло. На самом деле последние годы, и я это просто могу сказать совершенно серьезно, то, что интерес к графике появляется все больше и больше. И даже наши китайские партнеры, несмотря уж на конкретную заточенность на живопись, начали издавать альбомы. Графика России, уже несколько томов издано. Это говорит о том, что буквально все виды изобразительного искусства, они находятся в равном положении. Все зависит, наверное, все-таки от мастерства и от личности художника. Я знаю, что у нас очень торопится Валентин Павлович. Дадим ему первому слово, заведующий кафедрой графики, и он просто торопится успеть на открытие следующей выставки. Валентин Павлович. Я долго говорить не буду, потому что выставка замечательная, мне на ней очень хорошо. Мне такое ощущение, что я попал вообще, что это не в Красноярске, не в Барнауле, а где-то вообще в какой-то площадке на Московской или на какой-то такой европейской. Потому что в его искусстве есть все, что мы знаем, любим и видели в 20 веке, в конце, в начале 21 века. Здесь и прослеживаются очень многие, так сказать, ну, я не искусствовед, не умею говорить. Вот эта стенка мне вообще очень нравится. Он живой, он во времени, он открытый, внутренне очень богатый. И главное, что он не боится никаких внутренних движений, которые возникают. Иногда художник что-то подумает и не сделает, а может это не надо делать. Мне кажется, Николай делает все, что его, кстати, приходит к его, ну, на его натуру, да, на его эмоции, он все делает. И делает это очень классно, очень мощно. Ну, насчет рисовальной машины, как там обозвали Николая, может быть, но эти рисунки натурные, если посмотрите, это, конечно, можно просто, Саша Мартаев, посмотри внизу рисунки, он тоже рисовальщик, мои два студента. Так что я поздравляю, лишнего говорить не буду. Все больше. Очень хорошо, что этот художник приехал к нам в Красноярск. Студентов мы приведем, поговорим. Многие работы, они действительно такого прямо интерьерного уровня, который воспринимается в пространстве. Около некоторых работ не просто хочется постоять, а надо постоять, чтобы увидеть все эти тончайшие детали. Конечно, поразительно. Вот, такое разнообразие и техник, и каких-то устремлений. Я знаю, что наше Министерство культуры, оно не просто нас поддерживает, оно финансирует большие крупные проекты. И вот один из последних, это была выставка «Сибирь, Дальний Восток», и Николай тоже принимал в ней участие. Ввиду отсутствия министра, может, скажете несколько слов? Спасибо. Наш отдел по работе с искусством. Отдел искусств. Здравствуйте, гости, друзья. Мне хотелось бы от лица министра культуры передать вам слово благодарность, что вы сегодня приехали сюда. Это очень замечательное событие для жителей Красноярского края в любом случае, что в Красноярске все время кипит творческая жизнь, и мы можем не только видеть все время красноярских художников, но и встречать других личностей. И действительно, сегодня мы видим потрясающий пейзаж. Спасибо вам за это. Спасибо. Все время рядом, все время помогает.
начиная от сохранения наших мастерских и кончая передвижными выставками по краю, нашими огромными проектами. Пожалуйста. Добрый вечер. Я хотела сказать два раза спасибо. В первую очередь спасибо автору этой выставки. За, наверное, вот Сергей Евгеньевич уже отметил, за такую бодрость и эмоцию. Потому что каждая работа, в ней чувствуется какая-то определенная своя эмоция. И ты, несомненно, ею начинаешь заражаться, как зритель, общаясь с произведением. И хотела бы сказать, конечно, спасибо Академии за то, что она постоянно не дает нам, так сказать, расслабиться, держит нас в тонусе, потому что мы имеем уникальную возможность, не выходя из дома, условно говоря, имею в виду город Красноярск домом нашим, посмотреть на новые, какие-то для нас, может быть, не совсем привычные, но тем более радостные произведения. Большое спасибо. Не для тех членов отделения, которые состоят у нас на учете. Конечно, Академия в первую очередь для того, чтобы была преемственность, чтобы появлялись новые имена, новые художники. В этом смысле три творческих мастерские успешно функционируют. У нас в апреле будет большая отчетная выставка, на которой будут и живописцы, и графики, и скульпторы. Слово руководителю творческой мастерской графики, академику Паштову Герману Сафадиновичу. Правильно? Значит, сегодня событие действительно очень хорошее и важное для нашей Академии тоже, потому что вот такого характера графики мы еще не выставляли. То есть залы Академии видели много графических выставок, но вот в таком вот виде, в таком свободном и в таком молодом и в таком, значит, объеме, это мы впервые видим в наших стенах. И мне кажется, что не надо его деребить, чтобы он что-то искал, какие-то новые. Он сам находит, он сам ищет. И он весь в поисках, и в этом очень большая заслуга. И сегодня сделать выставку такого масштаба, такого объема, как у нас в столице говорят, периферийного художника, это редко, это редко. И то, что мы сегодня в залах, на стенах видим свое видение, не где-то повторение, не какое-то там чисто академическое рисование, а рисование свободное и свое, как он воспринимает мир. Он показывает нам, как он воспринимает сегодняшнее, где бы это ни было. И вот нижний этаж, это Санкт-Петербург тоже, он посвятил очень много работ. Я думаю, что это тоже какой-то вклад в нашу российскую графику. Спасибо. Я думаю, что понятие периферийности, оно давно уже такое размытое. И это подтверждают выставки, которые проходят в наших городах. Конечно, очень дорого сделать выставку в Москве. Это наше отделение предоставляет залы безвозмездно. К сожалению, в столице достаточно дорогое удовольствие. Аренда залов, как правило, это основная составляющая расходов. Академия тем и отличается, что она дает возможность художникам не просто выразить себя, она дает возможность продемонстрировать свой талант как раз в первую очередь той части сообщества, которая может дать настоящую оценку. Это здорово. Я думаю, что это открытие не только для художников, и для тех, кто очень любит искусство, в первую очередь, конечно, это интерес для искусствоведов. Я хотел бы предоставить слово ведущему специалисту нашего отдела Наталье Васильевне Тригалевой. Прошу, если не воспринимать всерьез, если я не успела, идя к этому месту, снять недовольное выражение с лица, потому что я на самом деле практически в бешенстве, что мы извещали, я лично давала интервью на радио вчера, и многие услышали.
и развозили пригласительные. И меня возмущает, что красноярцы, особенно вот многие художники, я, естественно, не имею в виду тех, кто с нами здесь, настолько ленивы и нелюбопытны, что приходят только на выставки своих друзей и родственников чаще всего. Потому что это такая возможность познакомиться с творчеством людей из других городов, которые предоставляются, может быть, раз в несколько лет или, может, вообще. И, ну, короче, ладно, не буду больше об этом. О Николае Зайкове. Я на его произведение, еще не зная его лично, обращала внимание уже несколько лет назад на региональных выставках. Они зацепили своей энергетикой, какой-то такой жесткостью, стильностью. Я, честно говоря, представила по их работам, что это человек, ну, лет так это около 50, так, то есть в таком возрасте не молодой, не старый, но как бы уже такой дяденька, да? Вот. Мне очень нравится его способность увидеть в окружающей жизни такие детали, которые, может быть, практически любой пройдет мимо, не заметит, а Николай заостряет на них свой взгляд. Он очень остро передает это в своих работах и тех, что он делает с натурой, и то, что он потом на основе натуры перерабатывает, очень тоже интересно, оригинально и, главное, осмысленно. Потому что в его графике мало того, что есть живое рисование, чем у нас почти никто не занимается. Но, ну, очень мало, да. Буквально несколько человек там по пальцам одной руки можно пересчитать, кто у нас рисует карандашом по-настоящему творчески. Вот, его вот такое тонкое детальное рисование, при этом с таким дерзким и лихим штрихом, то, как он использует цветовые вставки, то, как он где-то так сближает свою работу с дизайном, с компьютерной графикой, с каким-то, с чертежностью, то, как у него эта тщательность не переходит в занудство и все равно остается что-то недосказанное, потому что лично мне нравится вот такой вот какой бы стиль, жесткий, четкий, определенный, но при этом, чтобы была какая-то недосказанность, потому что иначе, ну, когда ты видишь все, когда тебе разжевали, в рот положили, это, ну, не очень интересно. В искусстве должна быть какая-то еще недоговоренность, чтобы ты мог сам что-то это вот дофантазировать и сделать. То есть выставка действительно шикарная, я очень хочу и надеюсь, что все-таки увидят ее многие люди. И обязательно мы проведем творческую встречу со студентами художественного института и училища. Я уверена, что у нас будет интересный разговор. Я всем желаю, кто у нас вместе с нами сегодня, как можно активнее поделиться впечатлениями и пригласить своих друзей и коллег на эту выставку. Я даже могу дать вот после того, как мы откроем выставку, несколько афиш, которые можно отнести в свои, ну, свои там, где, короче, кто. Выставка замечательная, и автор тоже просто большой молодец. Я ждала этой выставки, потому что видела уже его так вот уже и в Барнауле, но там было намного теснее, как бы там он терялся немножко в сжатом пространстве, а в большом зале его работы смотрится просто так, что ветер в ушах свищет, как такой свежий, яркий. И еще одно впечатление, которое меня тоже так не могу не поделиться, меня совершенно ошеломил его спонсор, потому что когда я узнала, что Николай едет со спонсором, ну, как бы представил сразу такой дядечка в пиджаке, такой упитанный, ну, так, с большим кошельком, вот, который, ну, приедет где-то там, ну, поселится в люксовом номере и придет на открытие. Вот. А приехал такой молодой, энергичный, похожий на Робин Гуда Вячеслав Пестерев, который и разгружать помогал, и развешивать, и вообще, ну, то есть я таких спонсоров не видела, действительно, присоединяя Сергея Евгеньевича, вот побольше бы таких. То есть вот когда я вижу, что такие молодые люди по своей профессии далекие от искусства, потому что бизнес Вячеслава связан со строительством, тем не менее так вот живо участвует в художественной жизни, я думаю, что будущее-то есть, потому что, значит, и другие могут появиться, что рано хоронить наше российское меценатство. Я вас обоих благодарю, поздравляю и желаю всем замечательного просмотра, массы впечатлений, делитесь этими впечатлениями, потому что Николай, как молодой человек, наверное, будет еще молодой художник, он будет очень так с интересом читать ваши отзывы. Конечно. Вот. Так что все.
правильно сказала Наталья Александровна, хранит меценатство рано, оно еще не зародилось. Надеемся, что все-таки закон о меценатстве в Российской Федерации он появится, если он будет в такой же форме, в какой он существует в других странах, когда часть средств, выделяемых на спонсорскую деятельность в сфере искусства и культуры, освобождаются от налогов. Конечно, это дало бы большой стимул для многих людей не просто проявить себя, да, и остаться в стороне. О них бы заговорила, я думаю, вся страна. А и у нашего спонсора молодого, тем более, есть такая возможность поделиться, что спонсором-то тоже ведь быть хорошо в своей среде. Вполне возможно, что кто-то тоже отзовется. Я согласен, что наша публика красноярская все-таки избалована, в отличие от многих других городов, может быть большим количеством выставок. Но я глубоко убежден, что те выставки, которые открываются не где-то и у кого-то, а в отделении академии, это в первую очередь выставки самого серьезного творческого уровня. И мы, конечно, проводим достаточно такой серьезный отбор, когда формируем план выставок, и поэтому за все, без исключения выставки, которые в наших залах проводятся, мы можем ответить и сказать честно, что это выставки самые настоящие. Это выставки высокопрофессиональные, это выставки творческие и яркие. Вот, кстати, стоит напротив нас Виктор Рогачев, красноярский художник. Его выставка будет в недалеком будущем как раз тоже в наших залах. Думаю, что можно на этом разговоры прекратить, если только у кого-нибудь не назрел какой-нибудь тост. Тогда дадим Николаю ответное слово. Пусть скажет, как он. Как ему понравилось. Спасибо. Спасибо. Мне очень все понравилось. Я ждал, честно говоря, с некоторым таким напряжением слов Натальи Васяновны, потому что я вспоминаю, как она у нас на молодежной выставке сделала такой экспресс-обзор молодых художников, вот когда весной, год назад. И я так сидел там на круглом столе, среди организаторов, и наблюдал за реакцией молодых художников, которые в зале сидели, их было много, участников этой выставки. И так представлял себя на их месте. Хорошо, что я уже не молодой. Вот, потому что она так структурно и честно, и как вот Анатолий Павлович, наверное, так же, да, все открыто и прямо сказала, как она считает. Вот, но даже она почему-то меня похвалила. Спасибо. Красноярск для меня, конечно, это вот молодежные выставки, потому что в свое время я считаю, что мне очень повезло, когда меня пригласили работать в жюри еще в 2011 году. Я приехал впервые в Красноярск. Я был, конечно, очень впечатлен этим городом, этим пространством. Для меня пространство очень много значит. И такого города еще вот я в своей жизни, конечно, не видел. Это очень своеобразно со своим гением места город. Я очень завидую всем красноярцам, что здесь живут. Вот. И я, конечно, благодарен Академии художеств, потому что для меня, безусловно, это для любого художника, это огромная честь быть представленным персональной выставкой в залах отделения Академии художеств. Поэтому большое спасибо за такое доверие, я старался. Вот. Ну а что касается, ну, конечно, Вячеслава, куда без него? Если Вячеслав, мы ничего не сделали. Срок был у нас такой ограниченный, мы так напряглись и все сделали быстро за 2 недели. Если бы не он, то мы ничего не сделали. Вот. И там, я не знаю, что касается самих работ, то, конечно, это можно об этом долго говорить. И вот этот формат творческой встречи, он, наверное, позволит как-то спокойно обо всем поговорить, заинтересованно, если будет публика. Вот, и я с удовольствием бы пообщался. Вот. Но я просто скажу о том, что я стараюсь в своем творчестве не делать случайных работ. И мне жалко свое время на случайные вещи. Поэтому я стараюсь в каждой работе чего-то сказать и, ну, в общем, да, как-то по-честному со зрителем разговаривать. Вот. Поэтому, может быть, и работ не так много, в принципе,
но они все, за них мне не стыдно. А что касается того, что мало народу, ну у меня же не первая выставка за пределами Барнаула, поэтому я был к этому, в общем-то, готов. Мне нисколько не печально от этого. Все самые лучшие зрители здесь, я думаю. Спасибо большое. Еще раз поздравить Николая, замечательная выставка, правда. Спасибо. С завтрашнего дня начнется основной поток жизни. Я забыл сказать, что вот здесь есть и здания такие, как бы, вот, на память, да, о выставке. Это, правда, не обо всей вот этой выставке. Это о Санкт-Петербурге, пожалуйста. Это можно взять. Да, это такие открытки с реконструкцией, с серией. Тебе открыть? Ну, не надо, почему?